Посещение спортзала, тренировки по 3-4 раза в неделю, и вот результат. Второе место на чемпионате России по армрестлингу среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Альметьевский спортсмен-паралимпиец Рафаэль Хайрутдинов боролся с соперником из Перми в весовой категории 75 килограммов. Ну, он хотел меня перехитрить, как обычно, набрасывает свою кисть сверху и хотел утащить. Но так как я именно против него тренировался, на него именно работали мы с тренером, ну, по технике я перехитрил его и, ну, и по силе превзошел, может быть. В общем, интересная была борьба. Первое место не получилось, но второе место тоже результат. Поэтому самое главное, отобрался на чемпионат Европы и мира. Профессионально заниматься армрестлингом Рафаэль начал более 10 лет назад. В 9 лет из-за травмы позвоночника он потерял способность ходить. Но это не заставило спортсмена опустить руки, а напротив, способствовало движению вперед. Нравился этот вид спорта давно, и, ну, Бог помогает. Дал мне тренера хорошего и как-то, ну, и нужные люди на дороге встречаются. Так вот. Ну и сам целеустремленный, если такую цель не поставишь в жизни, ничего не добьешься. Это не только спорта, это всего касается жизни. Рафаэль неоднократно занимал призовые места и становился участником чемпионатов мира по армрестлингу в Европе, Польше, Венгрии, Греции, Болгарии и Румынии. Сегодня он является мастером спорта международного класса. В планах у спортсмена продолжить участие в соревнованиях и попасть на чемпионат мира в Грузию. А еще мечтает тренировать молодых спортсменов. И в будущем планирует баллотироваться в депутаты, чтобы помогать людям и представлять их интересы в органах власти. Ангелина Хабибуллина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.